В четверг, 2 декабря, в столице Болгарии, Софии, московский «Спартак», проявив силу, мужество и волю к победе, выиграл у английского «Лидса» со счетом 2-1 в рамках розыгрыша Кубка УЕФА. Напомним, что встреча эта прошла именно в Софии после того, как из-за сильнейших морозов в Москве она была отменена по решению судейско-инспекторского корпуса УЕФА на прошлой неделе. После того, как фактически московский клуб лишился преимущества своего поля в первом матче, его шансы на успех многие стали оценивать как минимальные. Но «Спартак» вновь, как не раз уже в этом сезоне, удивил всех нас своей непредсказуемостью. Уже на 14-й минуте матча оказалось, что для нас все кончено. Счет после ошибки спартаковской обороны открыли англичане. В этот игровой отрезок они почти доминировали на поле, особенно превосходя нашу команду в игре на втором этаже. Но очень скоро красно-белые смогли прийти в себя, и игра выровнялась. Большую поддержку своей команде оказывали и прибывшие в Софию спартаковские болельщики. И уже в первом тайме «Спартак», игравший без своего капитана Андрея Тихонова, сравнял счет. А после перерыва инициативой и вовсе завладели спартаковцы. У них стали получаться их фирменные ажурные комбинации, и наладилась игра в обороне. Вскоре последовал и очень красивый победный гол. Московская команда еще не раз и не два могла добиться успеха, но уверенно играл голкипер Лидса. «Спартак» победил лишь со счетом 2-1. Ответная встреча состоится ровно через неделю в Англии.